нас весна, это примерно так. Одна чувиха идет в шубе, а другая в легком пальто или курточке. Вот меня на самом деле такое веселит, когда переход температуры, и машины такие, и вот я сразу же раздеваюсь, я сразу же там в кеды, в балетки, ну не в балетки, но такое. А женщины ходят в сапогах, или в угах, или в шубах, или еще в чем-то. Я такая, в такие дни никогда, просто никогда не сидите дома. Идите гулять, если не с кем гулять, идите гулять одни. Потому что в такие дни мы точно не можем сидеть дома. Потому что нужно выйти, купить себе кофе или уже молочный коктейль, потому что тепло. И гулять, ходить, я не знаю, пойти куда-нибудь. Потому что когда на улице плюсовая температура, ты просто это пропускаешь, Ну, нет. Слышишь этот звук? Боже, это в лифте. Пасочки, мы украсили пасочки, и я рада, что она ко мне приехала. А теперь она посмотрит это в моем блоге и будет такая: «А, она сняла про меня видео!» 10 подписчиков, ребят, мне очень. Я тоже люблю такое время. Боже, какой закат. Именно. Я люблю такое времяпровождение с родными людьми. Боже, ну правда, это очень-очень шикарное времяпровождение. Когда ты что-то занят каким-то одним делом, все улыбается, и все это делают, и, блин, это такие моменты очень, очень нужные в жизни.